успешного пути. Это понимание, зачем я иду, с кем я иду и куда я иду. Наш следующий спикер точно знает правильные ответы на все эти вопросы и успешно применяет их в работе со своей структурой. За первые 8 периодов она полностью выполнила программу «Быстрый старт» и получила бонус элитного директора. Сегодня в ее структуре 46 открытых директоров, 8 из которых драгоценные. Это все потому, что ее команда не боится менять свою жизнь. Как это сделать? Расскажет лидер в открытом звании международный директор Оксана Гулыманова, Центральный регион. Всем добрый день! Я очень рада присутствовать на таком крутом мероприятии. Когда-то, много лет назад, я сказала такую фразу: «Я хочу построить команду мечты, которая будет функционировать как один единый организм». И сейчас смело могу сказать, у меня это получилось. А с компанией «Fabric League» моя команда стала еще более сильной, надежной и успешной. И сегодня в этом зале со мной 19 моих партнеров, девочки, девочки. В сетевом бизнесе я уже более 20 лет. И все эти 20 лет я строила бизнес, основываясь на 3 основных принципа. Принцип первый – это командная работа. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, а 100 еще лучше. А в нашей команде нет соперничества. Все девчонки поддерживают друг друга и радуются успехам. Принцип номер 2 – это обучение здесь и сейчас. У нас тоже есть обучающие видеоролики, которые были сняты там год назад, 2 года назад. Но, как я поняла и как я вижу по своей команде, когда обучение идет здесь и сейчас, когда людям даешь те способы, которые действуют именно сегодня, это приносит гораздо лучший результат. И принцип номер 3 – это поощрение. Я этому моменту всегда уделяла очень большое внимание. В нашей команде очень много лотерей, конкурсов, марафонов. И это тоже помогает нам достигать больших результатов. Я очень люблю такую фразу говорить всем своим девчонкам. Найди себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. И всем вам я желаю, чтобы работа в компании Fabric League для вас была именно такой работой по душе, чтобы вы от нее получали удовольствие и только положительные эмоции. И это была Оксана Гулыманова, топ-лидер компании Fabric League.